После прошлого и по оценкам специалистов не самого удачного чемпионата хоккейный клуб «Бобруйск» затеял масштабные изменения. Пригласили нового тренера, обновили состав команды и произвели ребрендинг логотипа клуба. Тем самым заинтриговали болельщиков. И спустя несколько месяцев события, которого ждали, открытие нового многообещающего сезона. Шумно, ярко и эффектно. Именно так под сводами Бобруйск-арены хоккеисты вместе с первыми лицами города и болельщиками официально дали старт не просто очередному чемпионату, а новой главе в истории бобруйского хоккея. Уверен, что новая команда, которая полна сил и уверенности, покажет нам интересный, зрелищный хоккей. И уверен, что новый тренер, который также с полной силами и уверенностью сделает с нашей командой тех ребят, которые будут с уверенностью играть в новый именно хоккей. Облагородить внешний вид, сделать логотип команды стильным и современным. Такую задачу Белорусская федерация хоккея поручила российской компании. Получилось действительно интересно. Графически просто, ярко и сдержанно. Но в то же время эмблеме добавили агрессии. Именно такие новые джерси в торжественной обстановке вручили каждому игроку. Цели и задачи на предстоящий сезон обсуждали в рамках пресс-конференции после официальной части. Для того, чтобы идти в дальнейшую борьбу за чемпионство, нам необходимо быть в числе первых четырех. Именно эта задача сегодня, в общем-то, стоит перед нашей командой, перед главным тренером. Я считаю, что она абсолютно реальна. Задачи высокие и амбициозные. Насколько все удастся, станет ясно уже в ближайшее время. Первый матч нового сезона «Бобруйск» сыграет уже во вторник, 27 августа. Соперник – хоккейный клуб «Брест». Игра пройдет в городе Набуге. Начало в 19:00. Максим Кемель, Владимир Гребеневич, «Бобруйск 360».